Всем привет, меня зовут Петр, это видеоотзыв о курсе «Бухгалтерка» до результата за 2 месяца. Для удобства просмотра сделал пару скриншотов до курса и во время. До курса играл НЛ 10 и чуть-чуть 16, с винрейтом около 10. Во время прохождения курса этот винрейт составил 77, но не отталкивался не от этой цифры, а вот доллар час. Собственно, я поднялся на НЛ 25 и неплохо там себе даже стал уверенность чувствовать. Также хотел отметить, что во время прохождения курса поначалу, там первая, вторая, третья неделя, когда ты уделял покеру, грубо говоря, 4 часа в день, а стал уделять 8-10, то есть после выполнения домашних заданий, чтобы не получить штрафные баллы, нужно отыгрывать 5 часов. Иногда спускался не только на NL10, а даже был день, когда приходилось играть NL2. То есть этот показатель, наверное, составляет еще больше. Также очень порадовал, что курс сам себя окупил. Работоспособность подросла, ну и следствием чего скилл тоже поднялся. Ожидал курса на самом деле большего. Ну, даже этот бонд можно заменить как... Есть такое чувство, что долларов 100 переплатил. Странно, кстати, что курс не пользовался большой популярностью, в отличие от первого потока. Приходилось даже смотреть видеодневники с Настей, с Викой. Потом вот префлоп модель 2018. Почему, не знаю... Осталось по секретам, что там именно 2018 года. Ну, в общем, курс понравился. Моя оценка — это 8 из 10, как довольно высокая. И кому я рекомендовал курс, это для игроков NL50, играющие в небольшой плюс. Все, спасибо за внимание.